Сегодня у нас на диагностике будет автомобиль HVL F7X. Это линейка компании Great Wall, поэтому мы будем искать его в бренде Great Wall. Модель F7X и модель F7 отличаются только кузовом. Системы все абсолютно одинаковые, поэтому наше видео будет актуальное для модели F7. Итак, начнем. Заходим в диагностику, выбираем Китай. Выбираем Great Wall, ручной выбор, выбираем HVL и нашу модель F7X. Наша машина 2019 года, это базовая модель, либо есть с 2021 года российская версия. Автомобили HVL собираются у нас под Тулой. Но поскольку у нас одна из первых представительниц, выбираем 2019 год. Запустим диагностику быстрое сканирование, поиск всех систем. Итак, тест всех систем у нас закончен. У нас определено 18 систем. Системы, где есть ошибки, выделены они. Можно сразу же их удалить. Создать отчет по проведенной диагностике. И, соответственно, его сохранить или отправить на почту. Вот, можно сразу же перейти в систему. Прочитать коды ошибок. У нас это исторические коды по потере связи. Вот, нас попросили проверить этому автомобилю систему электронного ручника и АБС, развести колодки. И здесь есть у нас особенность. Отдельной системы электронного ручника нет. Вся диагностика происходит через систему ESP. Давайте в нее зайдем. Тут у нас идентификация системы, как обычно, коды ошибок у нас они не обнаружены, удаление, текущие параметры, можем прочитать данные. Можем в графическом виде отобразить, можем выбрать, какой параметр будет отображаться. И так далее. В специальных функциях у нас здесь есть прописка ВИН-кода, либо прописка конфигурации сети, но нету разведения колодок. Здесь они находятся в активных тестах. Управление клапанами есть и тест скоб. Необходимо опустить электромеханический ручник. И здесь у нас все данные по электромеханическому ручнику. И в том числе колодками. Переведение в режим обслуживания, выход из режима обслуживания, калибровка спортов. Отпускать каждую по отдельности можно, левую, правую сторону и прочее. Сброс также есть до заводских настроек. Также у нас есть пример система автоматической коробки. В данном случае у нас используется коробка передач DCT с двойным сцеплением. Здесь по специальным функциям есть самообучение. Это самообучение переключения передач, гидравлическая система, сцепление и обучение парковки, положение парковки. Также коды ошибок у нас не обнаружены. Текущие параметры. Текущие параметры у нас выходят полным списком, поэтому процедура их подключения к параметрам занимает определенное время. Обмен данными с блоком, соответственно, при выборе этих всех параметров будет чуть медленнее, чем если бы у нас было несколько параметров. Для того, чтобы ускорить обмен, мы можем
несколько параметров выбрать, отправить их в верхнюю часть, чтобы анализировать конкретно их. Тогда обмен данными будет быстрее. Также, допустим, у нас есть инструментальная панель. Коды ошибки у нас все исторические, они связаны с потерей связи. Машину тюнинговали, поэтому был обрыв в общении с блоками. Также текущие параметры, здесь они разделены. Активационные тесты. Вот, например, у нас левый сигнал поворота. Включаем его. И выключаем. Соответственно, других параметров, которые можно активировать в других исполнительных механизмах, достаточно много. Ну вот вкратце и все, что мы можем посмотреть на автомобиле HVL F7X и также перенести эти же данные на F7, который сейчас у нас достаточно популярной модели.